Привет! Сегодня мы в Тенма. Тенма – это район к востоку от района Кита-Осака. Этот район известен прежде всего тем, что здесь находится святилище Осака-Тенмагу, в честь которого он получил свое название, и торговая улица Тендзибаши-Суджи. Торговая улица Тендзибаши-Суджи считается самой длинной в Японии, ей более 300 лет. Крытая аркада тянется более чем на 2 километра, начиная примерно от станции метро Тендзибаши-Суджи-Рокучоми и ведущей на юг до моста Тендзибаши. На торговой улице царит атмосфера квартала, и здесь многие местные жители покупают самые разные товары, такие как продукты, одежду, обувь, книги, лекарства, закуски и всякие всячины. Цены на модные товары относительно невысоки, при среднем качестве. Также здесь много закусочных и кафе. История улицы восходит к раннему периоду Эдо, примерно в 1653 году, когда часть района, известная сегодня как знаменитый торговый пассаж, была фруктовым и овощным рынком. Район стал процветать благодаря близости к Осаке-Тенмагу и стал местом паломничества Омата-Сэндо, главным подходом к святыне. Монахи, а также торговцы и другие местные жители совершали здесь покупки ежедневно в массовом порядке. И с годами этот район добился монополию на продажу фруктов и овощей в Осаке. К эпохе Мэйдзи 1868-1912 год улица официально стала превращаться в мекку универсальных покупок, какой она является сегодня.
Тендибачи Суджи расстроилась в наше время. Протяженность 2,7 километра и охватом 7 хоме городских кварталов она стала самой длинной крытой торговой улицей в стране. Пешком в среднем уходит около 40 минут. Но даже если вы ничего не покупаете, благодаря упражнениям ходьбы поездка не пропадет даром. Ну а если вы устали, построили вкусно поесть, но не хотите сидеть в ресторане, Тендибачи Суджи – отличное место для этого. Между первым и вторым чоме, а также между пятым и шестым, есть отличные магазины-кафе, в которых продаются продукты, идеально подходящие для еды. Вот четыре популярных варианта. Такояки. Такояки – это король уличной еды Осаки. Хрустящие снаружи и мягкие внутри, такояки являются одним из самых популярных мейбуцу или местных деликатесов Осаки. Конечно, нет недостатка в местах, где можно отведать эти восхитительные шарики из осьминогов панировки. Но если вы хотите отправиться в место, которое любят местные жители, то такояки Дораку Ванака – это то, что вам нужно. Здесь вы можете получить такояки из 8 шариков всего за 400 йен, это 4 доллара. У них также есть 4 разновидности соуса на ваш выбор. Оригинальный, соленый, соевый или острый густой. Находясь рядом с магазином, вы можете наблюдать, как опытный персонал готовит партии из 90 такояки за раз.
свежеобжаренные или горячие кройки. Это тоже чисто японская закуска. И говорят, что Накамура-я готовит самые вкусные кройки во всей Осаке. Для тех из вас, кто не знаком с этим восхитительным лакомством, я объясню. Кройки – это японский вариант французского крокета. Это такие картофельные котлеты, протертые в кляре, обжаренные во фритюре. Обычно в пюре добавляют другие ингредиенты, такие как рубленое мясо, морепродукты или овощи. Накамура-я всего за 70 йен вы можете заказать блюдо, приготовленное из пикантного картофельного пюре и лука. Я думаю, что всем вам очень понравится. Третий вариант, чем можно полакомиться на этой улице, это свежевыжатые соки из фруктов и овощей. Если вы почувствуете жажду, вы можете побаловать себя освежающим и полезным соком. Juicy Stand Pedero. Выберите желаемое сочетание фруктов и овощей в передней части магазина, и они выдадут вам чашку восхитительного свежевыжатого сока всего за 400 йен. Ну и четвертый вариант – зайти в кафе Наруто Таяки. Таяки – японское печенье в форме рыбки. Наиболее популярная начинка – чем анка из бобов адзуки. Также используются такие наполнители, как заварной крем, шоколад или сыр. Таяки готовят с использованием пресного или сдобного теста. Тесто выкладывают в форму в виде рыбки для каждой стороны. Затем выкладывают наполнитель и скрепляют обе половинки, после чего готовят до образования золотистой корочки с обеих сторон. Основным ингредиентом таяки является вафля, в которую добавляют различные начинки. Интересный тот факт, поскольку звук «тай» встречается в конце слова «метэтай», что означает «благоприятный», «морской лещ» или «тай», как его называют по-японски, считается счастливой рыбой. Таяки впервые начали печь в кондитерской на Нивае, в Адзабу, Токио, в 1909 году. А сейчас их можно найти во всех уголках Японии, особенно на фудкортах, супермаркетов и японских фестивалях. Thank you.
После того, как вы насытились закусками, вы можете отправиться в Цзибаши Суджи Рокучоми. Прямо у входа в торговый пассаж находится Осакский музей жилья и быта, так называемый Осака Кураши но Кунаджи Кан. Здесь, на восьмом этаже, вы можете осмотреть экспонат улицы Осака в натуральную величину, такой, какая она выглядела в начале 1830-х годов, период Эда. Прогулка по Цзибаши Суджи – это хорошая возможность для знакомства с традициями и укладом жизни японцев. Хотя магазины на Цзибаши Суджи постоянно открываются и закрываются, большинство из них существует уже несколько десятилетий. В отличие от соседнего Умеда и других торговых районов Осаки, в Цзибаши Суджи нет элитных магазинов или фирменных бутиков. Большинство магазинов в Японии, их владельцы, создали альянс, чтобы держать друг друга в курсе событий и туристических групп, посещающих Шотенгай. Это в сочетании с историей этого района делает его захватывающим взглядом на традиционный японский образ жизни и торговлю. Цзибаши Суджи более чем превзошел свое скромное происхождение как овощной рынок. Сегодня на этой улице покупатель могут найти все, что угодно. Здесь есть магазины, торгующие продуктами, книгами, бытовой техникой, мебелью, одеждой, а также пекарни, кафе, рестораны, бары и многое другое. Вы можете найти караоке, киоски, клиники и магазины подержанных кимоно. Жители этого района, наверное, никогда не уезжают в другие районы из-за удобной доступности услуг разного профиля. Здесь также много иностранных магазинов, таких как вьетнамские рестораны, салоны тайского массажа, места для игры в маджонг. Это связано с близостью улицы к университетам, которые посещают иностранные студенты, а также к районам, где, как правило, живут мигранты из других азиатских стран. Кроме того, в отличие от района Умеда и Синсайбаши, основное внимание здесь уделяется недорогим магазинам. Многие магазины линии Цзибаши Суджи предлагают бывшие употребления и новые предметы, такие как одежда, бытовая техника и сувениры, по невероятно низким ценам, всего даже за 100 йен, 1 доллар США. Все вышеперечисленные факторы означают, что Цзибаши Суджи, как правило, привлекает более местных и эклектичных клиентов, чем более современные элитные торговые районы Осаки. Здесь атмосфера в целом веселая, оживленная и оптимистичная, а район в целом передает ощущение дружелюбного соседства, которое вы вряд ли забудете.
Надеюсь, у вас все-таки будет возможность посетить Тензабачи Суджи после снятия карантинных ограничений в Японии. Если понравилось данное видео, пожалуйста, смотрите до конца. Мы с вами дойдем до моста Тензабачи. А также обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Удачи и хорошего дня! Thank you.
your mind.